Николаевич. Директора, и педагоги, и родители, которые здесь, может быть, даже бабушки, и дедушки, и кто-то пришел поболеть за наших детей. Я вас тепло, сердечно, искренне всех приветствую. Спасибо вам. Я хочу назвать членов художественно-экспертного совета. Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории и Чайковского, духовые инструменты, Рафаэль Аганезович Багдасарян. Thank you.
Лариса, Соколовский Артемий, фортепиано. Спасибо, добрых вам дней.